helper, да? Маленький помощник Санты. Ну, давайте читать вот история про Микки Мауса и его друзей. У кого номерок один? Let's start. Я Я вот здесь. картинку переверну. Давайте. It was. I was It. Christmas. It was Christmas and all was quiet. Quiet. Mickey Микки, Микки. and Pluto have passed asleep when. Ачу. Ачу. Через Course. of sneezes. Outside walk him. He ran to the window to see the Motion. commotion. Mickey called it Believe. believe his eyes. Santa Claus was standing in his Back yard. backyard. A chat to Attached. Santa Arch to Santa's Sleigh. sled held nine reindeer, which Deers. their Oh, dear, так. Sorry, reindeer with with red nose. That's funny. Mickey thought of himself. Riddle, she pushed it. Supposed. Supposed to be the only one with Supposed. supposed on the with a red nose. Very good. Let's translate. Скажите, ребята, мне побольше сделать буквы или видно хорошо, или чуть-чуть побольше? Мне кажется, что лучше побольше. Алис, как тебе было? Вот так могу, да? Это Так как? я. Алис. Так А что лучше? это такое? Так лучше или еще побольше? Как сейчас? Да, Лучше? нормально. Нормально, да? Или больше вот можно Хорошо. попробовать? Да? А вот можно... Ой. Можно вот так вот еще. Так. Или вот так. Как? Нормально. Нормально, да? Да, Окей. нормально. Ну, давайте теперь переводить так. It was Christmas Eve. Алис? А я? Да, да. Да, да, переводим, да, теперь кусочек этот. It was Christmas Eve. Был Christmas. Да, рождественская ночь, да, как мы говорим, сочельник, да, ночь перед Рождеством. And all was quiet. И все было тихо. Микки и Плуто. Плуто, да, вот, ребят, помните, да, герои, вот Микки, Микки Маус и Плуто, собачка, да, Плуто. Так, Микки и Плуто were fast asleep. Не хотят спать. Да, они уснули, да, спали хорошо, крепко. When? Ачу! Ачу! Не перевод, да, чихать кто-то начал. Ачу! Послышались такие звуки. Так. Chorus. Хор снизи. Чихани. Чихани. Outside. Так, это Снаружи.
Снаружи. Walk them up. Walk them. Раз. Что сделал? Ну, если кто-то чихал там. А они крепко спали, а потом что это? Walk. Кто-то их разбудил? Да, эти звуки разбудили их так. They ran to the window. Потом они пошли на винду. Да, к окошечку. Угу. Чтобы посмотреть. Да, commotion. Что же происходит снаружи, да, вот, что же это там такое? Так, вот они, видите, наши герои выглядывают в окошко, и что они там видят? Угу. Так, Микки. А, это второй номерок считай, да? Не-не, мы переводим, первый номерок переводим еще. Микки. Микки. Couldn't believe. Не мог believe. Не мог открыть глаза. Поверить. Своим. Глаза Санта Клаусу. Was standing. А он стоял? Да. В его, да, backyard. В дворе, да? В его дворе. Вот видите, Дед Мороз приземлился у него во дворе. Attached. Attached to the Santa sleigh. Вот, что это у нас такое? Santa sleigh. Сани, да? К саням были что attached? Привязаны кто? Nine reindeer. Да, сколько? Nine. Девять оленей, with bright red noses. И что у них было вот bright? Яркие red. Red. Красные red, красные nose. Красные носы. Да, то есть девять оленей с большими, да, яркими красными носиками. That's funny. Это здорово. Да, смешно, странно. Микки thought to himself. Микки сказал? Да, подумал про себя, да? Isn't Rudolph supposed to be the only one with a red nose? Разве Рудольф, да, это название оленя, разве не Рудольф, не у Рудольфа должен быть... Red nose. Нос, да, только у Рудольфа, да, только у Рудольфа оленя должен быть красный нос. А почему же у всех остальных тоже красные носы? Сейчас будем с вами узнавать. Так, thank you very much, большое спасибо. У кого номерок 2, нам продолжить читать следующую страничку. Вот видите, приземлился Дед Мороз на дворике. Так, у кого номерок 2, let's continue reading. Микки ран. У кого номерок 2, ребят? Кирилл. Видимо, отошел. Тогда так, нет, да? Ну, давайте тогда третий, так. А потом уже со второго вернемся. Есть у нас третий. Микки ран. Микки ran outside in his pajamas. Merry Christmas, Santa, he said. Is something wrong? It's all this sneezing, Santa said. Dasher was sniffling when we left the North Pole, and now everyone but Rudolph has come down with a bad cold. We all need to get home to bed, but we still have four houses to visit. Stop. Very good. Translate, please, for us. Пожалуйста, переведи нам. Микки выбежал на улицу в пижаме. Счастливого Рождества, Санта, он сказал. Что-то не так? Это It's все... Чихание, да? Ачу. Это чихание, сказал Санта. Дэшер — это имя оленя, да? Не переводим. Дэшер чихал, когда мы уехали из Северного полюса.
И теперь все на Радольф. Пришел. Bad cold, а тогда простудились. То есть все простудились. И Радольф, Радольф простудился. Нам нужно ехать домой и лечь в кровать, но нам еще надо проехать через 4 дома. Да, то есть еще нужно подарки развести в 4 домика. Вот так вот. Видите, бедный Дед Мороз, смотрите, совсем уставший. Так, thank you very much, большое спасибо. Номерок 2 вернулся к нам? Нет, нету. Если вернется, нету. Я скажу, давайте. Хорошо, дальше. Все, давайте. 4-й, давайте. The reindeer. The reindeer promptly laid out their branch of the sneeze. They look miserable. Miserable, but what could Santa do? He called couldn't leave his lost for house. It without Christmas present. Continue, please. Jimmy, Pluto, and I can help. Mickey said, "We'd be happy to deliver the present for you." Oh, thank you, Mickey. Santa said. He lifted head huge red sack out of his sick sleigh. My lift sack is full. It's Christmas night. Magic is feel help. You make the deliveries. Very good, deliveries. Let's translate. Давайте переводить. Так. The reindeer promptly. Reindeer. Как переводится reindeer? То есть проблема? Олень. Reindeer, олень. То есть... Это сразу же, да, в тот же момент. Опять что сделал? Хочу! Чихнул. Да, в тот же момент снова чихнул. Так. They looked miserable. They. То есть, и он посмотрел. Они, да, looked, выглядели, да, miserable-то несчастными, да, то есть, смотрите, такие уставшие, несчастные все они выглядели, ну, потому что болеют, простуда. But what could... То есть, как ты... Но что же Санта, да, мог сделать? Даже если он болеет, все равно he couldn't leave. He... То есть, он простудился... Он не мог, да, оставить last four houses. 4 дома без подарков. То есть, да, то есть последний. Без новогодних, да, рождественских подарков. То есть не мог Дед Мороз 4 дома оставить без подарков, да, хоть и болеет, а все равно нужно подарки доставить всем. Так, вот у нас, видите, на картинке. Давайте переводить дальше. Вот, что же здесь происходит. Микки Маус и Плюто. Давайте переводить. Maybe Pluto and I? То есть, Pluto... Там, maybe, да. Возможно. Это поможет мне. Это, Микки Маус. Да, возможно, мы можем что? Help. Помочь. Да, может быть, можем помочь, Микки said. Мы будем happy. Веселыми. Рады. Deliver. Доставить. Presents. Подарки.
За тебя, да? То есть помочь тебе доставить подарки. О, thank you, Микки. О, спасибо, Микки. То есть Санта сидит, он типа... Сказал, Сэд сказал. Он поднял a huge, very, very big. То есть большой, типа, как мешок. Да, красный мешок. Откуда? From the sleigh. Типа... Санни, да? Санни достал этот мешок. И что сказал? My gift sack is full of Christmas magic. То есть, типа... My. То есть, моё... Мой. Мешок с подарками. Full. То есть, да, does... Наполнен Christmas magic. Да, и рождественским волшебством, да? It will help you. Вы, то есть мы поможем. Он, этот мешок, да, волшебный, поможет тебе. То есть доставить подарки. Да, совершенно верно, доставить подарки. Вот этот вот большой красный магический мешок. Так, thank you very much, большое спасибо. Давайте продолжать. Санта Клаус, у кого номерок 5, да, продолжаем. Есть с нами номер 5? Санта Клаус. Давай. Санта Клаус handed Микки a list of presents to deliver. Then he climbed back on into his sleigh. And the reindeer slowly lifted off into the sky, puffing and sneezing all the way. Так, wait, continue, please, here. Микки put his left hand in the garage and handed over to the giant set of gifts. He expected the bag to be very heavy, but when he picked it up, it was as light as a feather. Very good. Please translate. Пожалуйста, переведи нам. Santa Claus. Uh-huh. Santa Claus. Дал Микки. Список. Список подарков. Подачи. Да, которое нужно доставить. Доставить. Потом он забрался в... куда? Забрался в его след. Сани. Сани и Ринг. И как сказать Ринг? И олени, что словли, как сказать словли? Олени. Медленно. Медленно. Поднялись. Поднялись в небо. Кафин. Что они делали? Кашля. Кашля и... Ачу, ачу. И чихая. Начихая. Все время, да, на протяжении всей все поездки. Так вот, видите, как медленно сани поднялись. Вот у них Плюто и Микки. Так, давай переводить. Микки pulled his sled. Микки. Вытащил. Вытащил свои сани. Откуда? From garage. Свои сани из гаража. And holded it over to the giant sack of gifts. И перетащил в них, да, то есть притащил. И перетащил. Туда что он потащил свои сани? A very big giant. Huge. Огромный. Огромный. Мешок с чем? Gifts. Presents. Мешок с... Подарками. Подарками.
Так, he expected. Он ожидал. Да, он ожидал, он думал, Он что back. ожидал. Что мешок будет каким? Very Мешок heavy. будет очень тяжелый, но он был. Ага. Но когда он что, picked it up? Когда он поднял его? Когда он поднял руку, Угу. она была Угу. Light, каким он был? Легким? легким, как перышко. Перышко, да, видите, потому что он магический мешок, непростой. Так, thank you very much, большое спасибо. У кого номер 6, ребят, давайте читать и узнавать, что же там за мешок такой магический. That must be... That must be the Christmas magic Santa mentioned. Mickey said, come on, Pluto, let's finish Santa's deliveries. Uh-huh. Вот, видите, на санки они сели с Плуто, и санки полетели, да, магические. Continue, please. Pluto grabbed the sled's rope in his mouth. He stepped forward to pull it behind him when suddenly Pluto, Mickey and the sled rose into the air. They were flying. Wow, more Christmas magic. Mickey said, oh, holding on this tight as the sled steered itself to their first stop. Very good. Let's translate. Давай переводить. Так, возвращаемся сюда. Так, это была рождественская магия. Uh-huh. Санта, о которой говорил Санта. Uh-huh. Иди сюда, Плуто. Давай закончим доставку Санта. Дед Мороза, да? То есть доставку Дед Мороза. Давай закончим. Или дело Дед Мороза, или как раздачу подарков. Так, вот они сели. Так, давайте переводить здесь Плуто. Так, Плуто. А как переводится это слово? Плуто – это имя собачки, вот этой желтой, мы не переводим, это его имя, да, Плуто, ребят, кто смотрел мультики, да, вот, вспомните, Микки Маус и Плуто там был, Плуто. Так, вот. Плуто что сделал? Grab the sled's rope. Схватил. Схватил. Rope. А вот, смотрите, что он сделал. Вот, rope. Веревку. Веревку, да. Чего sled? Саней. Да? In his mouth. Чем? Его рот. Да, ртом схватил, да. He stepped forward. Он остановил. Да. Он, да, шагнул вперед, чтобы что сделать? To pull. Чтобы потянуть сани behind him. Поближе к нему. Да, за собой, да, чтобы тянуть сани. Он думал, что ему придется бежать. When suddenly. Когда... Внезапно. Угу. Плуто, Микки. Плуто, Микки и... Сани. И Сани... Роуз. Поднялись. Поднялись в воздух. Угу. Они взлетели. Угу. Вау, больше новогодней рождественской магии. Сказал Микки. Угу. Крепко держась.
крепко держась за... В то время как сани, что Стюарт управляли, да, сами собой, да, Стюарт itself, то есть сами летели, да, куда они летели, to the first stop. До первой остановки. Да, то есть сани знали, куда лететь, да, не нужно было даже искать дом. Thank you very much, большое спасибо. Давайте посмотрим, куда же они прилетели. Вот наш Микки Санта. Так, у кого теперь у нас номерок? У 7 или 8? 7, да, я уже запуталась. 7. Да, сейчас. 7. Угу, давайте читать 7. Вот. Извините, можете сказать? Я думаю, что в следующий раз... Можете сказать, что я думаю? Я не читала эту книгу, я не читаю Микки Маус, но я скажу, что... А давай мы что-то почитаем, пожалуйста. Ребята хотят почитать еще. Я просто хочу сказать, что я думаю будет. Давайте. А, ну давайте потом подочитаем и потом расскажете, да? Потому что времени мало, чтобы успели все почитать. Я прочитаю эту историю и немножко с вами обсудим перед началом следующей, да? Ребят. Итак, давайте, у кого номерок 7, да, читаем. У меня. Давай, in no time. In no time at all, the sleigh landed on Daisy's roof. Mickey and Pluto quickly hopped out. How do you think I get inside? Inside. Inside, Mickey asked, lifting the Christmas sack over his shoulder. Santa goes down the chimney. Shall I try? Try. Pluto nodded and Mickey walked the chimney. He leaned on the and looked down. Before he knew it, he was sliding into Daisy's living room. He landed on the ground with a puff of chimney suit. Стоп, very good, так, стоп, давай переводить. Угу. Куда же он, что случилось? Здесь мгновение, да, то есть очень быстро, да? Мгновение. За секунду. Мгновение сани остановились на доме... На крыше. На крыше Дейзиного дома. Микки и Плута слезли с ней. Да, быстро спрыгнули. Что? How do you think? Как ты? Ты думаешь, я могу зайти внутрь? Микки сказал, Поднимая. Поднимая рождественский мешок в его шолдер, плечо, да, то есть даже здесь закидывая, наверное, мешок. Да, закидывая мешок на свое плечо, Санта попадает внутрь через камин. Могу я также? Да, должен я попробовать? Или, может быть, нет? Так. Плута... Ну, ты кивнул. Микки пошел к трубе, которая на камин. Ну да, в камин, дымофода, так. Он спустился и посмотрел вниз. Нагнулся, да, и посмотрел вниз. Before he knew, да, прежде чем он понял, прежде чем он понял, он был внутри Дейзиного гостиной. Да, то есть он уже спускался туда. Приземлился. Приземлился на землю с как сказать, с сажей, да, вот этой вот, знаете, пыль вот эта черная такая внутри этого, сажей.
Сажа от дымохода. Да. Стоп, все, а там же мы не считали этот маленький кусочек. Thank you very much. Большое спасибо. Вот, видите, ребята, он спустился и весь такой в пыли, да, вот сажа у него. Все-таки получилось, как у Санта-Клауса. Так, thank you very much. Большое спасибо. У кого номерок 8, да, будет продолжать. This Christmas magic. This Christmas magic takes some getting used to, he said as he wrapped his sword. Ага, continue, please. Это... Но... А, ты хочешь перевести? Окей. Okay. Да, и потом. Это рождественное... Ну, давай переводи, да, давай перейдем на следующую страничку, давай. Not bad. Как сказать... А, волшебство, рождественное волшебство. Даю... нужно и немного времени, чтобы привыкнуть к нему. Он сказал, теряя свою... Бэк. Свою спину, да. Его, да, упал. Его сухую спину. Да, вот свою спину. Сор, это да, болящую, то есть болит у него спина, ударился немножко. Надо ему потренироваться, как приземляться. Так, пожалуйста, continue. Микки looked over. Ну, продолжаем. Микки looked. Илья? Не слышно вас. Микки looked over Santa's list and then took Daisy gifts from Jen's sack. He had finished arranging them from the tree when he saw tree. Извините, давайте я начну снова. Микки looked over Santa's list and then... Я просто начинаю снова, потому что я говорю, okay. Ну, немного, да. No problem. Микки looked over Santa's list and then took Daisy gifts from the giant sack. He had just finished arranging them from under the tree when he saw treats Daisy had left for Santa. I'm sure he won't mind if I ate them, since I'm filling in for Santa, Микки said, happily munching on the cookies. Stop. Very good. Translate, please, for us this paragraph. Ну, просто знаете, почему я повторил? Потому что у меня, иногда я пытаюсь сделать такой акцент английского. И иногда у меня получается русский акцент, потому что я сразу задумываюсь о чем-то другом. It's okay, no problem. Very good reading. Давай переводить. Микки посмотрел на Санта's этот... Список. Список. А потом взял... подарки от Дейзи. Для Дейзи, да? Для Дейзи из... ну, которую он огромного. Оставил для Санты. Так, Я уверен, что он не будет злиться, если я съем их. Потому что я работаю за Санту сейчас. Микки сказал... радостно жуя на печеньках. Да, печеньки, да, которые оставляют. А все, дальше что мы не считали. Спасибо Daisy's. Большое. Ну все, может, отсюда только прочитали, да? Сейчас будем считать, переводить. Большое спасибо. Давайте посмотрим, что за печенюшки он кушает. Так, у кого номерок 9, да, она будет читать, а я картинку вот сюда пущу. Аделина. Давайте, Микки quickly filled. Аделина. Нет, нету. Нас не слышит, видимо. Тогда Лео. Давайте 10-й тогда, да? У кого 10-й? Я тут. Пришла. Вот, а, есть, тут. Да? 9-й, да? Так, у кого у нас 9-й? Давайте. Микки quickly. Микки quickly felt the daisies stalking and then looked up the achievement. Suddenly, whoosh, Mickey was whisked back to the roof. When he saw Pluto, Mickey realized he hadn't bought a cookie for his friend. I'm sorry, Pluto. I promise I will get you a treat at the next house, she said.
Please, one more sentence here. Can you read for us? The next delivery was for Goofy. Mickey had just leaned into the chimney when Pluto grabbed the back of the sack in his teeth. Stop, very good. Let's translate. Stop, very good. Давай переводить. Так, что же здесь происходит? Микки quickly filled. Микки быстро наполнил. Наполнил. Стокинс, а вот они, стокинс. Что вешают? А, носки, носки Дейси. И забрался обратно в камин. Да, он посмотрел, да, на камин вверх. Suddenly. Потом вуш. Да, так внезапно, так быстро вуш. Так, и что случилось? И Микки оказался на крыше. Угу. И когда он увидел Плута, Микки вспомнил, что не взял сладости для своего друга, который был под ёлкой. Так, да, вот так вот забыл за печенюшку. Так. Микки начал извиняться перед Плутой и сказал: «Извини меня, пожалуйста, Плута, я обещаю тебе, что принесу сладости из следующего дома». Угу. Ну вот видите, сколько подарков он принес для Дейзи, да? И еще носочки наполнил конфетами. Вот смотрите, сколько для Дейзи подарков. Так, давай переводить дальше, вот здесь. Предложение. The next delivery. А следующая доставка для Гуфи. Микки попал в камин, когда Плута нагребал. Хватил. Когда Плута вспотел. Нет, схватил, да? Он схватил. Мешок, да, с подарками. Схватил мешок с подарками. Схватил мешок подарков в зубы. Да, то есть своими зубами схватился за мешок с подарками. Наверное, не доверяет Микки. Наверное, хочет пойти тоже там печенюшки покушать. Так, thank you very much, большое спасибо. Давайте посмотрим, получится у них вдвоем залезть в этот дымоход или, может, застрянут сейчас. Так, у кого номерок 11? Давайте продолжать читать. 10, Лео. А, ой, 10, я уже запуталась. Да, 10. Так, he didn't want... He didn't want... to miss getting a treat at his house the Christmas magic this kid them both down the chimney and into Goofy's living room. Pluto, Mickey said, I promised that I'd bring you a, oh no, look out. Spotting the plate of cookies. Goofy had left for Santa. Pluto ran right toward it, but as he
accidentally, 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 accidentally brushed brushed against Goofy tree. It went crashing to the ground. Okay, very good. Let's translate. Давай переводить. Что же здесь произошло? Он didn't не хотел пропустить эту сладость, да, угощение, которое оставлено для Деда Мороза. This house, в этом доме. В этом сейчас магическом Christmas? Как бы да, магическое рождественское волшебство. Yeah. Whisked. Да, перенесло, можно сказать, them both. Их куда? Down the chimney. Телепортировал даже, можно сказать. Так, их куда? Down the chimney. Вниз к чимне? Не, чимни, да, через дымоход. Куда? Через дымоход. Goofy is living в Гуфи, где он живет, короче, Гуфи. Да, гостиную Гуфи. Угу, так, что же здесь произошло? Плуто! Микки сад. Плуто. Ну, Плуто это имя? Да, Микки, да. Микки сказал, I promise, я обещаю, что... Я обещал тебе, что принесу тебе... А, ох, но... О, нет. Лукао, берегись. Спотти. Да. Спотин. Да, заметив, вот он, заметив. Заметив. Угу. Заметив. Плейт. Да, эту, да, как его, тарелку. Угу. С печенюшками. Гуфи. Угу. Для, предназначенной для Санты. Плуто. Угу. Плуто побежал прямо туда. Угу, так. Но he accidentally, случайно. Случайно зацепил. Три, Christmas tree. Дерево это. Сейчас Christmas, ну для Christmas'а дерево. Да, рождественскую елку. Вот, та, которую Гуфи поставил. It went crashing to the ground. И что случилось? И она упала прямо на землю. Угу, да, вот видите, как он побежал за печенюшками, и бедная елка с грохотом, наверное, валится на пол. Давайте посмотрим, разбудит ли она Гуфи или нет, успеют ли они уйти. Так, thank you very much, большое спасибо. Номер 11, да, у нас продолжает следующая страничка. Так, о, так, вот картинка. Так, ну давайте считать, у кого номер 11? Я. Давай. Микки. Плуто fixed Goofy's tree as best they could, but instead dropped a little on the side. Микки checked his list and got his friend's present out of Santa's sack. Maybe he'll be so excited about his gifts had they won't even notice the tree, he said. Микки very careful filled Goofy's stocking and then he and Pluto went back up the chimney to their sled. Very good, так, давай переводить. Микки и Плуто починили... Что такое Гуфи? Гуфи – это имя, да? То есть дерево Гуфи. Ну, так новогоднюю юлку, что Гуфи поставил. Угу.
починили елку, очень они Клауд. Как они могли, да? То есть, ну, как, самое лучшее, как они могли. То есть со всех сил они старались, но как могли, так и починили. But it still dropped a little on one side. Вот на картинке, но она все, что еще, dropped on one side. Ну, она все еще свисала. Да, на одну сторону, видите, немножко вот на картинке. Кстати, там косточка вместо звездочки стоит. Так, Микки checked. Микки checked his list. Микки проверил свои подарки. Список, да, список подарков. Проверил список подарков друзей. И достал, да? И достал presents. Подарки. Да, друга, да? Друга Гуфи. Да. Паша, Гуфи — это его друг. Откуда? Санта сек. Ну, из мешка Санты. А что такое maybe? Возможно, maybe. Возможно... Не все. No, he will be so excited, да? Он будет так взволнован. Он был так взволнован. Чем gifts, presents? То, что он достал подарки. That he will not even notice the tree. No. И он что, не заметит? Сломанную елку. Да, то есть, может, тут не заметит елку, потому что будет рад очень. Так, Микки, very carefully. Микки очень счастлив. Да, аккуратно, да, carefully filled. Аккуратно. Наполнил. Подарки Гуфи. Talking and... Носки, да, но здесь не подарки, а там конфеты, да, ложь там, сладости. Окей, то есть наполнил подарки конфетами и Плуто. Носки, так. Плута, Бэкап, Чимми. И они что, вдвоем вернулись через Чимми? Дымоход куда? Дымоход домой. Да, к своим санкам, да, саням. Вот, быстренько туда вернулись. Так, значит, уже два дома они сделали. Кто же будет следующий, ребята? Куда они отправятся? Давайте с вами узнавать. Так, это у нас будет читать номер 12, правильно? Или я опять запуталась? Только вы номер 12. 11. Марк. А, 11? О. Или нет? Себе. Марк. 12, да? Нет, я уже читал только. А, что? Ты только читал. Да, 12. 12-го у нас нету. Ребята, у кого нет номеров? Вернулся третий, нет. Да? Или второй? Нет, нет, да? Нет, нет. А, ну давайте, у кого нет, как мы сидим. Андрей Злодарев, кто еще у нас? София. Хотите ли почитать или нет? Или вы сегодня слушаете? Я нет. Ага. Ну все, нет, слушатели. Все. Денис так, хочет по второму кругу. Давайте, ну давайте, Денис, почитайте. Ага. Нам еще есть время. Давайте. Микки and Pluto. Микки and Pluto had to hurry. They had spent so long fixing Goofy's tree that they were running out of time to deliver the rest of Santa gift. At Minnie's house, Mickey rushed down the chimney, checking Santa list and the way. She pulled her gifts from Santa's sack, placed them under the tree, and then filled her stocking with goodies. On his way back to the chimney, he grabbed two cookies, one for him and one for Pluto. Ага, very good. Так, давай переводить. Что же в этот раз случилось? Микки и Плута... Нужно было что? Спешить, да? Спешить они... Потратили? Потратили очень много времени... смотреть, ну... Ремонтируя, да? Гуфи. Гуфи. Дерево, да? Ёлку, которую они сломали, так? They were running out of time.
Да, то есть у них не оставалось времени? И не оставалось времени, чтобы принести остальные? Остальные presents. Подарки Санта. Угу, да, то есть они уже опаздывали. Так, at Minnie's house. В Minnie's, в доме Minnie's. Угу, Minnie, да. Микки. Rush down. Поспешил. Поспешил в дымоход, через дымоход вниз. Проверив лист у Санты, по пути, да, то есть пока он летел в дымоходе, уже читал, что там нужно отправить. Так, he put her gifts. Он положил подарки от... Он достал подарки откуда? From the sack. Из мешка. Положил, и что сделал? Положил их под елкой. И наполнил stockings. Вот они, stockings, нарисованные stockings. И наполнил носки, носок сладостями. Потом он вернулся к... В дымоход, отправился к дымоходу. Он взял два... Два... печенье. Один для него и один для Плута. Да, то есть уже в этот раз он про Плута не забыл. Так, вот видите, носочек наполненный квадрат такими всякими подарочками. Вот елочка какая у Мини и сколько подарков, да? И вот печенюшки для Санты. Так, кто-то еще хочет почитать? Еще у нас 3 минутки, да? Да, может, да. Можно? Да. Ну, давайте, кто хочет, давайте еще вот прочитаем до сюда. When they landed on Donald's roof, Mickey got right to work. He dropped it in the chimney, pulled out the list and headed straight to the tree. He pulled Donald's present from the set. Uh-oh, Mickey said, there are supposed to be 4 gifts, but there are only 3 left in the bag. Did I drop one? Mickey looked everywhere, by the chimney, under the table, behind the chair, as he was crouching to look, but now there... Sofa, Mickey heard footsteps upstairs. Donald was awake. Так, what is happening here? When they landed on Donald's... Можно я снова перечитаю? Нет, давайте переводить, потому что... Хорошо, ты прочитал, давай переводить. Осталось когда немного они времени. Когда они приземлились на крышу Дональда, Микки начал работать. Он спрыгнул в дымоход, взял список и пошел прямо в к дереву, да, сразу подарки. Он вытащил подарки Дональда из этого пакета. Из мешка. 1, 2, 3. Микки сказал. Там должно быть 4 подарка, но там только 3. Разве я потерял? Уронил где-то, не так потерял. Когда он посмотрел везде, под столом и так далее. За стулом, под этим. И когда он смотрел за под диваном. Диван. Микки услышал шаги сверху. Донал был
Проснулся, да? Дональд проснулся, да? Уточка, да, Дональд? Помните из мультиков Дональд? Вот. Где же, ребята, подарок? Ну, это мы узнаем с вами на следующий раз. Где же потерялся подарок? Сможет ли Микки найти подарок или нет? Так, вот здесь тогда мы с вами остановимся. И на следующий раз будем узнавать, что же там случилось с подарком, да? Пока. До свидания, ребята. Bye-bye. Thank you for the lesson. Bye.